Привет, очень рада видеть вас на своем канале. Сейчас я распакую свою следующую посылочку из всей большой кучи, которая мне пришла за последние 2 недели. Итак, я для немецкого видео я уже распаковала ее. Вот что я себе заказала. Вот так оно было упаковано. Я уже, конечно, все хорошо обсмотрела, когда снимала свое немецкое видео. Вот так выглядит эта подставочка для кистей макияжа, или же, если вы хотите использовать ее типа как пенала, или ну, для карандашей, для ручек, можно, конечно же, использовать и для этих целей. Я себе заказывала ее для кисточек от макияжа, потому что я сейчас заказала себе еще больше кисточек, так как мои кисточки уже выпрыгивают практически из этого стаканчика, из-за того, что их слишком много, я решила заказать себе еще одну такой органайзер, в котором я могу их хранить. Заказала себе я вот этот вот из акриля, потому что мне понравилось именно то, что он прозрачный и подходит хорошо к моей комнате, к интерьеру, и не будет сильно таким ярким, броским, да. Вот именно это хотела я избежать, я хотела что-то такое спокойненькое. Вот это вот мое решение для моей комнаты. Я думаю, она будет очень хорошо мне служить. Эта штучка стоила 6,30 € вместе с пересылкой сюда в Германию. Шла она всего 3 недели, как все посылочки с Алиэкспресс. Я считаю, что это довольно-таки нормально. Детали фотографии вы увидите сейчас. И ссылку на продавца и на этот товар я, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе, где вы можете посмотреть, где я его купила, и почитать отзывы других покупателей. Может быть, и вы захотите купить себе то же самое. Я желаю вам, как всегда, удачных покупок на Алиэкспресс. Абонируйте мой канал, лайк мои видео. До свидания.